Здравствуйте, уважаемые зрители школы видеоблогера. Меня зовут Алексей Зимирев. Посмотрев данный ролик, вы узнаете, как подбирать теги для стримов на YouTube. Правильный подбор ключевых слов и тегов для стримов на вашем канале очень важен. Во-первых, это продвинет ваш стрим выше в поиске YouTube. А во-вторых, ваш канал не будет забанен, потому что ложные метаданные могут привести к блокировке канала. А теперь я расскажу о трех важных советах для правильного подбора ключевых слов или тегов для вашего стрима. Первое. Используйте Google Тренды, чтобы понять, насколько популярны выбранные вами теги среди зрителей YouTube. Также помочь вам в этом может и поиск vidIQ, расширение для Google Chrome. Это очень полезное расширение для работы с ключевыми словами и тегами на YouTube. Второе. Выбирайте те ключи, которые наиболее узко описывают тематику вашего стрима. Это означает, что ключ «стрим по FIFA 18» будет правильным. А вот три раздельных ключа «стрим», «FIFA» и «18» — это пример неверных тегов. Третье. Продвигайтесь по ключевым словам и тегам, которые содержат вопросы. Именно поэтому первым словом в ключе могут быть слова «зачем», «почему», «как» и так далее. Пример правильного ключа для вашего стрима по поводу продвижения в YouTube — «как набрать подписчиков». Вы просмотрели ролик о том, как написать теги для стримов в YouTube. Подписывайтесь на наш канал «Школа видеоблогера». Ставьте лайки, жмите на колокольчик и задавайте вопросы в комментариях по поводу этой темы. Спасибо за внимание, пока!